Решил сделать просто пробежаться по слоям. Тут добавил резонанса, бас, звездочки, спичка вверх горает. Следующий звук. Такой вот тотем. Угли. Серу. После обработки стал таким. Голова у тотема похожа на голову, которую в пустыне разбрасывают. Это маги, где стреляют. Голос есть в этом сэмпле прикольный. Тут их размножил немножко, потому что не знаю, как еще сделать, чтобы голоса увеличивались. Это проливается. Шипит. Плевок. Тоже из слоев сделан. Туда добавлял уже всяких скрипов. Это басок. Дальше, да, голова. И даже мурчание кота. Бас прикольный. Следующий тотем дерева. У него просто разобрал. И добавил тут магической обработки. Тут тоже синтезатор. Долго я его. И получилось вот так. Просто искры, которые разлетаются небольшие. Магия мальчика. Это детский голос. Получилось вот так после обработки. Не, вот так получилось. Подходящий под каждую магию. Они накапливают энергию, потом ее выплевывают, и как бы потом есть последствия с пламя. Открывается створка. Много разного огня. Дальше вода, подчеркнута криком чайки. Просто сделал разные крики. Так. Начинается с такого звука. Его в миксе не очень слышно, капельки, но экологически она отмечается. Всякие волны. Плескание воды. А вот это такой голосовой. Так. И это земля. В земле я боролся с тем, чтобы не было перегруза по басу. Трещание хотел сделать, но оно вот тут такое получилось. Этот звук еле слышно, но слышно. Это ветер. С ветром я его быстро делал, наверное, за часик. Начинается вся магия с дуновений вот этих на ветру, которые... А, вот этот для зловещести я добавлял тоже. Свист такой прикольный. Тоже обрабатывал.